Привет! Сегодня у нас потрясающий тест о самом важном чувстве в человеческой жизни ⁇ любви. Этот простой, но глубокий тест поможет вам понять, какие вы в отношениях, как выбираете любимого человека и какие трудности преодолеваете на пути к счастью. Готовы! Начнем! Если вы увидели собаку, это значит, что для вас самое важное в отношениях ⁇ верность и теплота. Вы не прощаете измен, но и сами остаетесь верными своему партнеру до конца. Вы счастливы, когда счастлив ваш любимый человек. Несмотря на разочарование и предательство, вы продолжаете верить в искреннюю любовь, и это прекрасно. Вы трудитесь над отношениями каждый день, зная, что даже самые глубокие чувства требуют заботы. Важно помнить, что вам не нужно контролировать все в отношениях, позвольте Вселенной и другим людям радовать вас, ведь вы это заслужили. Если вы увидели котиков, для вас на первом месте в отношениях взаимное уважение и забота друг о друге. У вас может быть много знакомых, но близких людей мало, вы выбираете только самых достойных. Для того, чтобы полностью раскрыться, вам нужно чувствовать душевное и физическое тепло рядом с вашим избранником. Вы не сразу доверяете, но если кто-то заслужил ваше доверие, вы готовы на все ради этого человека. Однако старайтесь давать другим людям шанс стать ближе, ведь никто не идеален. Откройтесь миру, и он откроет вам свои лучшие стороны. Надеюсь, вам понравился этот тест. Если да, делитесь результатами с друзьями. До новых встреч!